Ну, пойдем, узнаем. Так, небольшой музейчик. В пригороде. Даугавпилса. Латвия. Вот. Зенитка. А то вот не пойму, что это там. Тоже зенитка, только, наверное, в этом. В таком положении. Нету? Ну, ничего страшного. Где? В гостинице? Ага. Сколько получается денег нам надо? 5 евро. Почему? 5? Почему? Я ребенок. Иди возьми. Ну, вдвоем идите. Ну, что делаем? Пойдем. Билет в баре в гостинице Антон не может. Короче, сходили мы, купили билеты. Так, смотрим. Год выпуска 50-е, 60-е годы. БТР 40. Бронетранспортер. Так, вот наш. Смотрим. А там и сзади можно. Ага. Пулеметы танковые. Капонина, да. Но это на войну, я так понимаю. Ну да. Сейчас фотографии вставлю. Там за стеклом, наверное, посмотрим. А вот это уже, наверное, военные. Ближе к оригиналу. Так. Вот и есть. Полугусеничный тягач. Да. Миномет наш. Да, по-моему, 125-й. Так. 42-й. 14 тысяч выпущенных, экипаж 6 человек, вооружение 20-миллиметровое. Скорострельная пушка. Так, мотоцикл нет, ну. А это американ. А чего? Это машина или это мотоцикл? Три. Нет, конечно, мотоцикл. Четверти. Ой, то есть машина. 41 количество. Нет. Здесь наших нет. Вот наш. Нет, я просто смотрю, по-русски написано только. Я думаю, на четырех языках одно и то же. А, ну вот. Почему экипаж один человек? Подожди. 41-й, да? А, экипаж это вообще не все люди поводить. Нет, я еще не вижу. Вот. Да. Нет, вот, вот ГАЗ 67. Один человек экипаж. Да, ну может быть, да. Хотя два должно быть, да? Ну тут туда влезет и четыре. А это Форд. Порш. Рация. Ну, такая серьезная инженерная машина. По комплектации имею в виду.
Сейчас фотку. Сто тоже послевоенная. 44-й, 56-й, но это этого старше уже нового образца. Мне кажется. А, ну здесь тяжело нам будет сфоткать, но сейчас посмотрим. Попробуем. На ходу заводили, загоняли сами. Это тоже наша какая там разведывательная. Машину. Да. Сейчас. Сейчас мы. БРДМ-1. Бронировано. 57-66 год. Выпущено 10 тысяч. Экипаж 2-3 человека. Разведывательная дозорная машина. Плавающее все как положено. Т-34-85. Знаменитый. Сейчас мы еще вот этот самоходный мотоциклист. Это на войну. Вот это военный. Он тоже почему-то советский. Может, он уже послевоенный был? Что он там? А, прицепное на нем он. Был как тягач и гусеницы. Гусеницы прикольно сделаны, что стоят резинки на движение по асфальту. Не пойму, почему этот советский шлем. Сейчас посмотрим. Что это такое? НСУ-45. Катенкрад. 44-й год, почему-то Россия. А, на русском языке просто. Opel Olympia, 1,5-литровый. Четырех. Как тягач. Ну, пишут 44-й. Не знаю. Ну, это уже все наши более современные. Гаубица 122 38 39 55 по резине. Опять сушка какая-нибудь. А вот есть, сейчас посмотрим. ИСУ-152. Установка 40. Так. 43-59. Охренительно. БТР наш 60-й. Да. Т-14, два шестицилиндровых, ГАЗ-49Б, скорость 80 км. Офигительное состояние. Это наша ИС. А, ствол большой. ИС-2, Иосиф Сталин, тяжелый танк. Охренеть, я такого вообще не видел. Миллиметровая, 45-миллиметровая противотанковая пушка образца 32-го. Вот так. Наша. Ага, вот как бы. Сейчас на ней. На ней более проще было. Два. Угу.
Так, это что у нас? 44. Д-44 уже с амортизатором более посерьезнее. 44-й год. Разработки послевоенные. Уже не послевоенные, а в конце войны. 52 противотанковая пушка ЗИС-2. 41-й. 43-й. Вот это вот рабочие устанавливали. Не пойму, оторван был что ли? А, они ее деактивировали. Что ли получается? Вот. Подварен. Гайка ствола. Вот здесь много говорит, что что-то так. Непонятно. Но зато все пособирали. Тоже простой, чтобы не заморачиваться на войне.